Здравствуйте всем, с вами Регина из Италии, из города Флоренции. И сегодня продолжение обзора вот этого бутика Альбици. У него хорошие сумочки, дубленки, курточки. И сегодня я продолжу показ. Ну, начнем, дорогие мои. Начнем мы вот с этих сумочек прекрасных. Solo una può farvi vedere dentro, solo una. Resto, я говорю, покажи только одну внутри, а остальные мы уже будем знать, что идентичные, одинаковые. Посмотрите, какая модель. Есть лукетто, ключик, замочек. И Fendi, это бренд итальянский, ремешок длинный. Uno scompartimento, due. Uno. Один отдел большой, кармашек, и с этой стороны тоже карман. Посмотрите, какая кожа. Посмотрите, какая кожа. И цветовая гамма. Сейчас я вам покажу поближе. Зеленый, синий, бордовый такой насыщенный. Посмотрите, какой цвет. Шикарная сумка. Фиолетовый, синий. Я сейчас стою возле витрины, и поэтому здесь все заставлено манекенами. Я вам показала изначально ее в белом цвете. Имейте в виду, что она вот 12 цветов. Шикарная модель, достаточно объемная. Чанки пипикола кузи. И есть такая же модель, поменьше размером. Сейчас мы вам покажем. И, естественно, я вам скажу, в какую цену. Эта модель точно такая же, только чуть-чуть поменьше. Посмотрите размер. Посмотрите размер. И far vedere vicino con la misura insieme. А, una grande, una piccola. Sì, per far vedere differenza. Così. Посмотрите, какой размер. Большой и medium. Это medium размер. И также я вам хочу сказать цену. Прети. 220 евро, большая. И 160 евро, размер medium. И цвета точно такие же, как и в большом виде. То есть 12 цветов. Мои дорогие, вот эта модель, она очень красивая, стильная. Та же самая марка. Fendi. Посмотрите, какая она вообще классная. Автоматическая вот эта застежка. Ремешок, удлинитель. Качество кожи, ну я уж не говорю. Посмотрите, какая она. Ну, эта марка, она выпускает действительно очень качественные сумочки. Что мне говорить, я уже вижу. Такая поменьше. Prezzo, quella grande. 220 евро стоит вот эта сумка. Кстати, хочу напомнить, одна моя подписчица спросила меня в прошлом видео, сколько стоит вот эта сумочка голубая. Так вот, 220 евро. Вот это меньше стоит 80 евро. Ognuno c'è 13 colori. 13 цветов есть в каждой модели. То есть большой ассортимент. Посмотрите, обратите внимание, точно такая же модель, размер побольше. Внутри идентично, одинаково прям. Fendi. Какая она удобная, я уже сама вижу. Много отделов, много кармашков. Prezzo. Questa è da 300. 300 евро. Обратите внимание, вот здесь красного цвета стоит рядом. Вот эта модель марка Ipunti, которую я вам показывала в прошлом видео, только другая модель. Посмотрите, какое теснение, какой рисунок выпуклый. Очень красивая модель и удобная, я уже вижу. Посмотрите, какая двойная ручка.
то есть достаточно длинная, носить ее на плечо. И стоит она 240 евро. Сейчас я поставлю поближе. Посмотрите, какой замочек. Фурнитура, конечно, отличается от небрендовых вещей. И Ponte — это марка итальянская. Фамильный бизнес, который уже давно изготовляет именно кожные изделия. И Ponte изготовляет только сумки. И ничего больше. Но посмотрите, какого качества. И также я вам покажу всю цветовую гамму. Allora, c'è 5 colori, giusto? Sì. Посмотрите. Puoi mettere questo posto? Grazie. Видите, обратите внимание, какой цвет светлый, потемнее, зеленый, просто шикарный. Черного цвета. Вот такой. Дальше идет вот такая модель. Очень тоже симпатичная. Хорошего качества. Замочек открывается вот так. Смотрите. Сейчас он мне поможет. Два отдела. Посмотрите, внутренний карман, еще один кармашек, ремешок. Два кармашка здесь. Вот такой вот качественный подклад. Шикарное качество кожи. Также есть цвет вот такой бордовый. И вот такой оттенок коричневый. По-итальянски называется color cuoio. Дальше идет вот такая модель. Посмотрите, ничего лишнего. Как shopping bags. Посмотрите, какая модель. Действительно, ничего лишнего. Качество кожи видно. Карман задний. Длинная ручка. Prezzo? Questo è 140. 140 евро стоит вот эта сумка. Внутри нет отдела, только карман и основной большой отдел. Нет разделителя. Но это такая сумка. Посмотрите, какой формат. И цветовая гамма. Есть черный, красный, зеленый. Вот такой color cuoio. Цвет вот такого. И вот такой коньячный. И бордовый. Dimenticate di dire il prezzo di questo. Questo è da 160. Вот эта модель, которую я вам показала до этого, стоит 160 евро. Смотрите. Дальше. Вот такая сумка. Questo c'è solo un colore? No. Вот такая модель. Тоже есть разные цвета. Пройдемте туда. Ну, он говорит, есть все цвета. То есть вот эта модель, здесь представлены только три цвета, но он говорит, что есть все цвета. То есть какие вот здесь вот другие модели, вот эти цвета, все есть в этой модели. Смотрите, какая модель. А я уже вижу, что она очень удобная. На каждый день она просто суперски. Не слишком большая, не маленькая. Какая фурнитура. Ремешок делается короче, длиннее. Посмотрите, какие строчки. Ну и качество кожи, конечно, я уже говорю, хорошее. И
эта модель стоит 150 евро. Эту модель я вам показывала. Не помню, показывала вам или нет, но покажу еще раз. Посмотрите. Тоже хорошее качество. 150 евро стоит. Здесь уже бренда никакого нет. Это штамп Ференции. Фабричная. 150 евро. И внутри есть два отдела. Смотрите, два замка. И здесь еще на магните вот так открывается. Ручка, удлинитель тоже есть. Цветовая гамма тоже есть. Красная, коричневая, фиолетовая, синяя, черная, зеленая. То есть все цвета. Вот такая вот модель. Классика. Две короткие ручки. И ремень-удлинитель. Внутри два отдела. Dentro c'è due compartimenti, giusto? Внутри два отдела. И посмотрите, какое количество разных оттенков, разных цветов. Фуксия, желтый, голубой. Вот такой вот натуральный цвет. Черный. Черный с зеленым. То есть я не думаю, что это вся цветовая гамма, потому что эта модель имеет, но неограниченное количество цветов. Поэтому, если вас интересует, можете спросить, я еще раз приду и скажу, какие цвета есть. Вот такая вот модель есть, маленькая, Effendi. Смотрите, какой размер. Небольшой. Ручка тоже длинная есть. Ну, цвета, я тоже думаю, у него большой ассортимент. Просто здесь, ну, невозможно поставить все цвета. У него большой бутик, и все равно ничего не помещается, потому что в каждой модели по 10-12 цветов. Вот такая вот модель тоже интересная. Смотрите. Замочек, все ключик, все закрывается. Качество кожи отличное. Я вам сейчас скажу цену. Puoi dire prezzi, per favore? Questa borsa. Questa da 70. Это модель 50. Это модель 70 евро. Questa da 50. Это модель 50 евро, Effendi. Questa da 80. Это модель 80 евро. И эта модель. Кожа, посмотрите, мягкая. Это уже не брендовые сумки, но сделанные во Флоренции. Видите штамп? Giulio di Firenze. Это вот такой, скажем, логотип, что это сделано во Флоренции. Здесь вот такая вот мягкая сумочка на каждый день. И поэтому цены, естественно, сразу отличаются от Ipponti, от Effendi, от других брендов. И questo prezzo? 70 евро стоит вот эта сумка. Видите, какая вот цветовая гамма здесь. И фиолетовый, и зеленый. Опять-таки, повторяю, цветов, возможно, у него очень много, все не помещается. Это продукция именно этого магазина, бренд этого магазина. 100 евро стоит вот эта модель. Колори? Есть все цвета. Есть все цвета. Обратите внимание, какой цвет. Видите, он так вот неровный. Это здесь красят вручную. Называется тампонату амано. Сделано вручную. Здесь 10 цветов. Здесь и представлены только 3 цвета. Черный, зеленый и кою. Такая модель. Достаточно длинные ручки.
trendy. Тоже ручки длинные достаточно, смотрите, очень удобно носить. Все это продукция сделана из натуральной кожи. Prezzo, per favore. E ponti? Sì, questa è da 140, l'altro da 140. 140 euro стоит и ponti и effendi. 140 euro. То есть модель похожа, но марка другая. Внизу вот такие вот сумки. Я сначала думала, что это рюкзак, но это не рюкзак. Questo non è zaino, questa è borsa. Sì. 150 euro стоит эта модель. Ремень удлиняется. Очень удлиняется. Если хотите слишком длинный, он будет слишком длинный. Удобная. Модель такая мешковидная. Удобная. И цвета, я так думаю, что это не все, что здесь представлено. Вот такая вот сумка, достаточно большая, качество кожи хорошее, ручная работа покраски, обвитие, кстати, вот такой, такой карман, ремень-удлинитель и двойные ручки. Очень удобно. Кто любитель больших сумок, ну, конечно, это вот для вас. Задеть. Нет, это другая модель, видите, это сделано вот так, а здесь впереди замочек. И это марка Ipponti. 125 евро стоит вот эта модель, а questa? И 140 евро стоит вот эта модель. Здесь вот это вот плетение вручную. Очень красиво. Ну, цветовая гамма во всех моделях по 10 цветов. От бордового, зеленый, черный, коричневый, все. Я просто так пройдусь, это та же самая модель. 125 евро вот эта модель стоит. И 140 евро стоит вот эта плетеная. Здесь модели вот такие. Если кого-то что-то заинтересовало, я могу подойти и спросить, сколько стоит та или иная модель. А также есть рюкзаки вот такого качества. Это кожа хорошего качества. По себе знаю, что служит очень-очень долго. Сейчас я спрошу, сколько стоит этот рюкзак. И этот рюкзак стоит 170 евро. Он очень большой. Кто любитель больших рюкзаков, это для вас. Опять-таки же повторяю, цвета есть разные. Это модель такая более классическая. Тоже рюкзачки. 80 евро стоит эта модель. Вот это с красного цвета начинается другая модель. 100 евро. И она тоже разных цветов. Вот это вот 140 евро стоит, чуть-чуть побольше, черненькая. Точно такая же модель, как и вот эти по 100 евро. Только побольше, так, черный стоит. Это венецианская марка Astore. Произведено в Италии, в Венеции. Сейчас я вам покажу немножко эту модель, но дело в том, что владелец этого магазина говорит, что у него на втором этаже много моделей именно этой марки. Но я сказала, давайте покажем сначала немножко здесь и посмотрим, как люди реагируют на именно этот бренд. Посмотрите, вот эта модель первая, которая мне попалась, да? Так она сделана. Ну,
цену. Сейчас он подойдет, я у него спрошу, сколько стоит, а пока я вам покажу модель. Смотрите, вот это вот такая расцветка, и она в разных моделях. У него тоже есть клиенты, я хочу по-быстренькому сделать съемочку и уйти. Вот такие модели. Он тоже работает, у него там клиенты, и поэтому я не спросила у него, сколько стоят эти сумки. Если вас интересуют эти модели, если вам понравились такие цветные, сделаны в Венеции, то напишите мне в комментариях. Посмотрите, модели все разные. Più o meno sapere i prezzi questi qua, più o meno, non tutti, per dar capire che 169, 180, 120, 80, 120, questa da 140, 140, 100, questa da 180, 180, c'è diversi. Вот, он говорит, разные цены. Поняли, да, вот так вот? Плюс-минус вот такие цены. Ручная работа. Он говорит, что это ручная работа. Все это покрашено в ручную работу. Ручную. Есть также кошельки, которые выпускает именно эта марка. Венецианская фабрика. Тоже все покраска вручную. Внутри очень мягкая кожа. Много отделов внутри. Я вижу, что удобненькие кошелечки, мягенькие. Прецессон Сесанта. 60 евро стоят вот эти кошелечки, которые он продемонстрировал. Совершенно все модели разные. Так. Ну, на этом все, мои дорогие. Увидимся в следующий раз с вами. В следующий раз я вам покажу питоновые сумочки поближе, повнимательнее. Также питоновые курточки и дубленочки. А потом, может быть, сделаю вам видеообзор кожаных курток. На этом все. Пока-пока. Берегите себя.